Друзья, за моей спиной находится очередная подставка для вазонов. Есть варианты у нас различных, много различных вариантов подставок под вазоны. Одно дело, когда цветочный горшок стоит на полу или где-то там на каких-то несуразных полках или подоконниках. Другое дело, когда для него есть специальное место, специальная полочка или специальная вот такая вот подставка, сделанная способом холодной ковки. Очень прочная, красивая, вот такая вот светлая подойдет под какой-то вот светлый интерьер, может быть даже прованс. Я вам сейчас сообщу габариты этой вещи, а вы тем временем посмотрите на нее немножко сблизи. Значит, ширина ее 81 сантиметр, глубина 26. Вот, значит, высота вот до вот этой вот перегородки 73 сантиметров и общая высота, чтобы можно было понять, что это вообще и как это будет стоять у вас в помещении, 118 сантиметров. Вот такая вот вещь. Между тем, кажется, что она сделана с как бы, традиционным способом традиционной ковки. Тем не менее, она очень легкая. Вот я ее поднимаю, не утруждая себя. В принципе, хорошая штука такая, если вы занимаетесь цветами, если дома у вас есть ваши домашние любимые зеленые питомцы. Отличная вещь будет для того, чтобы их сюда расселить. Спасибо.